Лучше всего, конечно, прикольно, это вот эта функция стробоскопа. Мое почтение, дорогой зритель. Меня зовут Сергей, ты на канале Тех. Ты еще не подписался на мой канал? Торопись подписываться, у меня много интересных видео. У меня есть конкурсы. Спеши. А сегодня очередная поездка на почту, очередные посылки с Китая, с сайта AliExpress. Распакуем, посмотрим, что это. Кому знакома такая процедура, когда получаешь посылочку, получаешь маленькую бандерольку, начинаешь ее изучать пальцами, ковыряться и пытаешься понять, что же пришло. Я люблю так делать, попытаться угадать, что пришло в посылке. Ну, раскроем сейчас эту ножик. Это мелкая бандеролька. И по ощупу я уже догадался, что это. Это пасты на ручку. На ручку Паркер. Я эту ручку Паркер заказывал с Китая, с сайта того же AliExpress. Цена приемлемая, цена хорошая, очень удобно лежит в руке, очень статусно и классно смотрится, тем более с моей работой. Очень классно, статусно смотрится с ежедневником, с учетом моей работы. Не стыдно открыть ежедневник, и сделать какую-то запись. Но паста имеет свойство заканчиваться. Тем более я пишу много. Поэтому я заказал сменные пасты на ручку Паркер. Здесь сразу 10 штук. Цена на пасты очень приемлемая. Прикольно. Сразу не пишет, она оказывается закрыта колпачком. Все пишет, черный цвет. Все классно. Сейчас я ее поменяю. Ставлю эту ручку. Паста Паркер. Ну, кстати, паста тоже не оригинал. Паста с того же самого Китая, с того же самого сайта AliExpress. Но они имеют свойство быстро заканчиваться. Все, отлично. Вот они мои 10 сменных паст. Вторая посылка. Опять же, на ощупь. Пытаюсь понять, что это. Там какое-то непонятное, какое-то... Даже не могу понять, что это на ощупь, и вспомнить почему-то тоже не получается. Ножик. Ух ты, ребята, а это пришли цветные габариты, оказывается, которые я заказывал еще, знаете, как давно, я заказывал их очень давно. Это цветные габариты с цоколем Т10, на мой автомобиль. Видео габаритов, которые стоят сейчас, уже было. Смотри здесь. А это габариты, которые могут менять цвета. И плюс у них есть возможность стробоскопа и так далее. Заказывал, кстати, очень давно, но почему-то вот только сейчас они пришли. Сейчас я их аккуратненько открою. Да, вот они показаны, что цоколь Т10. Показано, что какая кнопка делает. Это не сами габариты. Облиты силиконом, как я понимаю, для безопасности, и чтобы вода не попадала. Пульт. Пульт, кстати, закрыта батарейка, чтобы не садилась во время транспортировки. Очень грамотно. Опять же, здесь ее пока оставим. Вот этого, честно, я уже не ожидал. Я уже и забыл про него. Я, кстати, уже даже вызвал спор. И я, кстати, уже даже выиграл спор по этим габаритам. Ну, вот такие бывают сюрпризы. Сейчас стоят вот такие габариты. Видео уже по ним было. Второй габарит. Я поменяю и поставлю габариты, которые мне пришли с сайта AliExpress. С цветными светодиодами, с возможностью моргания, мигания, заменой цветов, с возможностью стробоскопа. Попробую, поюзаю, посмотрю и обязательно допишу. Покажу тебе. А ты не забывай ставить лайк и подписываться на мой канал. Берем по чушечку. И аккуратненько. Раскроем. Берем бумажечку. Вот он, габарит.
Сейчас я вставлю. Я его вставил. Вот так это все происходит. Вытащу защитную пленочку. И попробуем. Красный. Зеленый. Синий. Стробоскоп. Сейчас у меня включены габариты, но выключены лампочки. Включаю лампочки. Вот она, функция стробоскопа. Также на второй лампочке. Возможность на пульте замены цветов. Красный, зеленый, синий. Ну, дальше все остальные цвета радуги. Тут они представлены, все показывать не буду. Желтый. Дальше из возможности стробоскоп. Просто замена всех цветов. Типа моргания. И моргания по-разному. Это типа дискотеки. Белый совсем не белый. Хотя ты видишь белый, но на самом деле он не белый. Он более светло-светло-фиолетовый. Больше всего, конечно, прикольно это вот эта функция стробоскопа. Стемнеет, и я еще обязательно покажу, как она моргает. Можно сделать поярче, можно сделать чуть-чуть потусклее. Конечно, хочется поярче. Но самое примечательное, китайцы немного перепутали включение-выключение. То есть кнопка красная – это выключение, кнопка зеленая – включение. Ну, здесь получилось на пульте наоборот. То есть зеленое я выключаю, красное я включаю. Но это так мелочно. Вообще не парится. I'm gonna let it be with you. No matter what you say.
мои видео. Спеши подписываться на мой канал. Ставь большой палец вверх. Береги себя, своих близких. Пока-пока. До новых видео.